Кози, ты где? Ты живой? Я не пойду туда. Что это? Блин! Я вижу свет в конце туннеля. У меня спина вспотела от страха. Привет, меня зовут Пузи, и со мной сегодня Робзи. Всем привет, друзья. И сегодня мы вместе с Робзи поиграем в очень страшный хоррор под названием Джуди. Джуди! Слушай, ну здесь очень темно, прям такая криповая атмосфера. Я, наверное, такое вообще вижу впервые в Роблоксе. Да, тени, все, блин, ну реально такое, знаешь, атмосферненькое. Давай, пойдем за мной, пойдем за мной. Заходи в эту дверь. Так, я вижу, там кто-то пляшет. Кто это вообще? Вы не можете быть. Вы не можете быть. Вот головы Джуди. Джуди. А кто такая Джуди вообще-то? Джуди, ну судя по всему, это какая-то стрёмная баба. Это вот этот Джуди. Холливуд! Мы попадаем с тобой в голливудский фильм! Какие люди в Голливуде! Пока что все очень ярко, красиво и мило. Слушай, прям помпезно так, знаешь. Я вижу справа там какие-то объекты. Там текстуры, да, в небе текстуры. Фига себе, олень или косуля. Кто это? Это, наверное, косуля-олень. Косулень. Косулень. Это Джуди? Да, это машина Джуди. Подожди, это аниматроник Джуди, что ли? Или похоже, что, похоже на то. Да, это, походу, будут аниматроники. О, май гад. Я появился. Ты где? О, здорово. Так, о, здорово. У меня есть фонарик. Так, контроль, смена, бег. Что за полет? А, все, управление пропало. Все, короче, смотри. Я запрыгнул в вагонетку. Ко мне запрыгивай быстрей. Как? Сейчас уедем без тебя. Давай. Я сел. Так, и чё, мы поедем, нет? Может быть, тут нужно нажать какую-то кнопку, чтобы она стартанула? Стой, слушай. Кажется, нам нужно идти сюда, вперед. Эта штука не поедет. Я не хочу туда. А, нет, она поедет. Давай, все, запрыгивай. Включай. Что включать? Ну, дергай. Что дергать? Поехали. Все. Я не сел. Все, я сел. Сейчас начинается самое интересное, Робзи. Какого фига у тебя ящерица на плече? Я не понял. Это мой друг. Металлический ящер? Да. Так, стоп. Что-то я этого не понял. Не понял. Уже как года три. Я только сейчас его заметил, он у тебя за коробкой обычно прятался. Да, у тебя живой, у меня металлический. О, вот она, Джуди. Хай, how are you? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это что такое? Что там спереди? Какие-то танцующие маньяки. Что это было? Господи. Чья-то голова упала. Это, походу, была Джуди. Теперь она будет плыть за нами. Через тебя тоже ветки проходят насквозь? Да. Блин, эти типы, они криповые. Только не говорите мне, что нам придется идти туда. Я не хочу туда. Ночью. Манекены — это самое страшное. Я ненавижу манекены. Это очень стрёмно. Мы в каком-то парке аттракционов ночью по какой-то... Да ладно, расслабься. Просто комната страха. Давай просто покатаемся, да. Да. Будем с тобой на расслабоне. Я прям в глаз. Так, вот она сверху. Смотри, она махает ручкой, она уже начинает лагать. Слушай, а ты вот так умеешь головой крутить? Я могу вот так. Оп. Я тоже так могу. Че, поплаваем немного? Мы реально тонем. Посмотри на нее. Это она издает эти звуки? Ты слышишь, кто-то поет песенку очень криповую. Ты видел ее глаза, какие криповые? Да, она криповая. Ты где? Я забрался на стол. Я пошел. Я не буду идти по воде, мне это вообще не нравится. Блин, видимо придется. Здесь почему-то свет мигает. Так, куда мы с тобой пойдем? Давай налево. Я не пойду туда, где мигает свет. Я полезу в канализацию. Ладно, не знаю, почему я с тобой. У меня фонарик не работает. У меня тоже. Как я нашел какой-то генератор. Ну-ка, давай я его активирую. А что он не нажимается? Ой, я нажал, дверь открылась. Нафига ты открыл? Иди закрывай. Нет, ты иди закрывай. Оно здесь бегает. Так, идет обратно. Нет, стой. Я посижу здесь. Оно за тобой бежит. Где? Я спрятался. Сюда, в эту комнату. Заходи. Побежали. Побежали. Горящая машина. Ты можешь как-то взять что-то? Нет, я ничего не могу взять. Я лучше посижу здесь. Зажгите нефть, это создаст аварию для открытия аварийного выхода. У меня есть зажигалка. Но к нам вроде никто не идет. Я очкун. Я буду сидеть здесь. А я могу что-то еще взять? Идем, там еще одна дверь. Где? О, я открыл еще одну дверь. Может, не надо? Да поздно уже, я уже пролез. Так, здесь темно. Нет. И страшно. Ага. Мы здесь были. Давай сюда. Куда? Может, она залагала? Думаешь, залагала? Пошли. Здесь заполз. Туалет. Туалет. Я хочу туалет. Мне, кстати, нужно. Что там, в туалете что-то есть? О, фу. Это обосранный толчок. Забей. Подожди, мы отсюда пришли, да? Нет, мы отсюда не пришли. Или пришли. Смотри, мы отсюда пришли. Во. Мы пошли туда налево. Нефть? Помнишь? Нет, я не нашел нефть. Просто такой неожиданный вопрос. О, я знаю, иди сюда. Кстати, Джуди — это голливудская звезда. Там плакат был написан про нее. Вон она! Так, нам, походу, в ту сторону нужно идти. Вон она. Ну просто прыгай, нажми на пробел. Я не могу. Почему я смог, а ты не можешь? Вот, смотри. Оп, просто долго зажми пробел. Молодца. Так, иди вперед, давай, иди вперед, не бойся ничего. У тебя лучше запрыгнуть получается, давай иди ты.
Так, ладно. Давай так, я ее сейчас выманю, а ты побежишь туда дальше. Я на лестницу, на лестницу ее сюда поведу. Да, давай. Ты понял? Направо поведу. Давай. Да, а я куда? Эй, ты! Я здесь! Сиди в вентиляции! Я не собирался выходить! Она зовет! Кози! Ты где? Ты живой? Нет! Я обосрался от скринера, чувак! Она бегает здесь по коридорам! Я не могу запрыгнуть в канализацию! Все, бегай, короче, с ней, я пошел дальше искать. Да в смысле, она меня догоняет! Она как будто прям у меня за стенкой. Чувак, я убежать не смогу. Давай, беги в то место, откуда она выбежала. Сейчас, я иду. Я иду. Она застряла! Да? Это наш шанс, чувак! А я нашел нефть! Я тебя не могу найти. Я поджег нефть! Я возле тачки! А! Что за сирена? Здесь иди вода сюда, поднимается! Куда? Иди ко мне! Куда? Сюда, давай бежим! Сюда. Я не хочу тонуть здесь! Иди! Только не это! Вот сюда, падаем вниз! Потемнело у тебя? У меня ничего не потемнело, ты исчез! Я тебя найти не могу! Короче, я нашел сначала эту дверь, мне сказала, вы не можете, пока не включены разбрызгиватели. И когда я поджег нефть, они включились, я понял, что мне нужно туда, и я тебя туда позвал. О, смотри, реклама туфель. Ты не хочешь себе приобрести? Да нет, пожалуй, спасибо. Эти туфельки только для тебя. Там что-то на стене висит. Я не пойду туда. Что ты увидел? Скажи мне. Там скример. Ладно, иди прямо. Давай, сначала подхожу, открывай дверь. Вот здесь какое-то было лицо. Так, может нам шкафчики нужно обыскать какие-то? Я не знаю. Боже, у меня горло болит. Я так испугался. Может через окна можно как-то выпрыгнуть? Так, нам нужно как-то пройти. Может нам запрыгнуть нужно в эту щель? Давай ты запрыгнешь. Да нифига. Еще мы все в тупике, что ли? Я отказываюсь в это верить. Ой, нашел. Я что-то нашел. О. Здесь какая-то кнопочка. Почему, когда я присаживаюсь, у меня выключается фонарик? Ну, дверь не открывается. Там лом с той стороны. Вентиляция! О, нет, свет выключается. Ладно, почему? Поползли. А, все. Блин, у меня все выключилось. О, нет, там длинный туннель. Хоть чуть-чуть. У меня вообще все темно было. Ты слышишь, тут песня? Ползи дальше. Ползи сюда! Давай, я не хочу туда! Ползи, у тебя зажигалка! Я не нафиг, я в другую сторону! Ты чё, обосрался скримера? Ты чё? У тебя у одного есть свет здесь! Давай за мной! О, нет! Нет! Это что? Там что-то стоит. Иди посмотри! Я не пойду, я буду сидеть в вентиляции! Иди посмотри, там не страшно! Нет! Иди посмотри! Оно в кустах застряло, оно в кустах застряло! Не-не-не-не-не! Все нормально, иди! Нет, я туда не пойду! Нет, мы отсюда пришли! Вот к этой дверце нам нужно идти! А туда не хочешь пройти? Нет! Иди сам на него! Я готов, смотри! Давай! А, оно не нападает. Кстати, он меня в прошлый раз напугал. Мы почти дошли до конца, все хорошо. Куда? Нужно выбираться! Она там сидит! Беги вниз! Я бегу! Позже, подожди! Оно, походу, за мной идет! Беги! Это почти как банзабаня! Я застрял! Я перепрыгну! Пожалуйста, не убивай меня! Меня убило! Ты красава, Робзи! Она сверху заспавнилась, а я вниз спускаюсь. Мне страшно. А где мы с тобой находимся вообще? Мы с тобой на самом дне, Робзи. Может, теперь наверх? Нет, наверх нам точно идти не нужно. Я наверх пошел. Я думаю, что здесь нужно найти какой-то ключ. Я схожу вверх. Но теперь мы с тобой знаем, что эта штука больше за нами не побежит. Здесь невозможно, здесь камни валяются. Ну ты через них пролезай. Ой, пролез. Что там, нашел что-то? Подожди, дверь, дошел. Она открывается? Не открывается. Я дошел, не открывается. Так нам нужно было вниз спускаться, 100%. А, назад невозможно выйти. Я нашел какую-то метлу. Подбирай ее. Не-не-не, она гигантская, не нажимается. Я в самом низу, чувак. Здесь по-любому через картину какой-нибудь проход. Ты готов меня встречать? Да, готов. А, так не получается. Че, самый умный, да? Хотел спрыгнуть? Я хотел самый низ сразу просто. Ну дверь не открывается. 999, что бы это ни значило, я не понимаю. А если их перевернуть, то это будет 6666. Фигни. Картина тоже никак не активируется. Может быть, можно что-то придумать. Мы же с Пози гением, вы в курсе? Открывайся давай, дурацкая дверь. Да! Получилось! Да ладно! Капец! Вот это мы с тобой IQ гений. 800 примерно. Мы с тобой появились в каком-то лесу. Ползанье в высокой траве из кустах маскирует вас. Найди электрические ворота. Ты понял? Ты чё в мусорку залез? Я посижу в мусорке. Я ненавижу клоунскую музыку! Чувак, только не это. Я ненавижу ее. Ладно, побежали! Так я бегу! Чем быстрее, тем лучше! Я тут! И что здесь? Я на лошадку. Все, я сел. Там что? Нет! Сейчас оно застрянет. Я в траву залез. Оно катается по кругу. Это Джо! Джуди! Да, это сама Джуди. Давай дальше. А ты где? Я бегу дальше аттракционов. Подожди. Я нашел какой-то мост. Мост не открывается. Нам с тобой куда вообще? Не знаю, тут есть американские горки, я вижу. Блин, как же здесь стрёмно.
Здесь какая-то доска. Слушай, а ты уверен, что мы идем вообще туда, куда нужно? Нам что-то нажди нужно. Электрическое какое-то, щиток или что-то. Пускай она там катается. А-а-а! Она едет в нашу сторону! Пещера! Пещеру! Я нашел какой. Тебя схватило! Нет, это был скример. Я нашел генератор. Включай его. Это может пригодиться позже, написано. Ай, а как мне выбраться? Руку! Давай! Зачем я сюда пролез? Блин! Выбрался! Тебе нужно отсюда выходить, получается? Да, осталось найти выход. Не, чувак, я знатно пересрал, честно тебе признаюсь. Так, мы пришли отсюда. Все, давай, выбираемся обратно. Нифига ты прыгаешь забавно, как пингвинчик. Я вижу свет в конце туннеля. У меня спина вспотела от страха, честно признаюсь. Это только первая глава, может, здесь их четыре. Если ребята наставят лайков, можно будет проходить. А что эта дверь не открывается? Дверь не откроется, если не будут включены источники питания. Ты из трех, а мы только один включили, господи. Мы только один нашли. Какие мы тупые. Боже. Нам нужно три найти? Да, но по-любому один в здании находится, я в этом уверен. Подожди, как кто зашел? Просто через вход. Источник питания находится рядом, не заходите слишком далеко, написано. О, давай, включай. Хорош! Где последний? Что? Последний, наверное, где-то в начале. Может быть, в той карусели? Да, у карусели. Подожди, эти два источника были очень рядом. Может быть, и третий где-то рядом? Там глаза вдалеке катаются возле аттракционов. Она там, она вокруг карусели гоняет. Короче, слушай, может, с самого начала сбегаем? Чего я не могу идти? Давай! Что за фигня? Я не могу вернуться! Давай я сбегаю. Давай, давай, беги. Ладно, я буду говорить, она тебя не видит. Беги. За тобой едет! О, нет. Она за мной! Давай, я ее отвлекаю! Меня по голове ударила каруселью. Она здесь катается возле меня, возле моего лагеря. Быстрее беги сюда! Правильно, правильно. Я нашел какое-то здание. Давай, включай. Подожди, подожди. Включай, включай там. Какой-то кукольный домик. Я ее пока не вижу. Так, мы здесь вот с тобой начали. Пока все тихо, красивые звезды. Ага, вот здесь мы с тобой начали. Давай, ты сможешь! Подожди, здесь какой-то столб. Что это такое? Слушай, она куда-то уехала. Я только что был возле какого-то домика, там ни черта возле этого домика нету. Я сейчас вернулся к каруселям. Она возле этих домиков, возле этой заправки тусуется, возле этого супермаркета. Короче, смотри, мы включили с тобой на воротах, написала один из трех. Мы включили в магазине, написала два из трех. А теперь нам нужно в этот подвал. Там написано было, что вам это пригодится, да. То есть мы когда были в подвале, там написано было, что... Да! Точняк! Да! Дверь открыта! Ты просто гений! Ребят, вы просто не представляете, мы тут облазили просто уже все, что можно. Так, было. Я бегу к воротам. Да, они открыты! Что дальше-то? Капец, я не знаю. Я не знаю, боюсь. Найдите сав, чтобы открыть заднюю дверь. Что такое сав? Сав это пила? Да, по-моему, это пила. В это заброшенное здание мы не можем зайти. Где мы можем найти с тобой пилу? Сюда нельзя. То есть мы должны с тобой найти пилу. Пила должна быть дружба. В любом случае. Нет, ой, только не это. Не. Пожалуйста, ладно. Нет, я не хочу туда. Давай я пробегусь. Давай, ага. Ничего. Так, keep light off, spider. Стой, там написано, выключите свет. Ой, иначе тихо. Пауки вас. Тут пила. Стой, не иди, ты видишь ее? Я готов. Хватай, беги. Она тебя убила? Да. А что нам нужно открыть? Какую заднюю дверь? Типа вот эту, где диван? Ты схватил пилу? Нет, я не схватил. Я знаю, что нужно сделать. Чтобы один отвлекал, вот. Другой хватал. Написано, выключить свет, иначе паук на тебя нападет. Я нашел выключатель. Все, я ползу. Не включай ничего, я выключил фонарик. Аккуратно, хватай и уходи. Давай, медленно назад. Очень медленно. Видишь меня? Я не вижу ни черта. Все, вниз. Нас вроде здесь еще никто не встретил, так что это очень хорошо. О! Получилось! Меня куда-то телепортировало. У тебя должно было сюда ко мне. Вот выход. Генератор. Вот выход, вот выход. Я бы не хотел трогать это. Иди сюда, сюда, сюда. Да, нам не нужен генератор. Все окей. Ага, пошли, 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 пошли. Что-то мне это совершенно не нравится. Здесь подвал. Она там! Она там! Она там! На втором этаже кто-то! Тут что-то двигается на втором этаже. Это у тебя манекены. Мне кажется, может, мы можем пройти через... Она исчезла. Ну все, идем тогда прямо. Это очень хорошо. Ой. Слышат звук. Judy World. Missing People Report. Judy World, электричество парка. Давай, нам нужно в электричество, 100 пудов. Там какая-то чертовщина жрет что-то. Возьми пистолет в сейфе. Я могу купить его за 195 робуксов. Ладно, я купил. Машины не заводятся, дерево покрыто кровью. Чувак, я купил ствол. Ну все, ты будешь защищать нас. Может, я могу ее пристрелить? Попытайся. Кого ты застрелил? Фига себе, это пороховые газы вылетают. Пошли. Это даже не пистолет, блин. Ладно, я не перепугался. Все окей, я шел позади тебя. Я перепугался. Вот сюда нам нужно проползти. Так, а куда? Я не в ту сторону пошел теперь? Вот сюда, сюда, сюда иди. Может, прополз. Тут надо что-то найти, нет? И чё? Вот еще, розетка. Можешь с ней что-то сделать? Нет, ничего не нажимается. Тогда идем обратно. Как найти-то отсюда выход?
Вот дверь металлическая. Так, может быть, тут можно протиснуться? Да, я попробую. Здесь тоже никак. Нет, текстура. Так, ладно, значит, нам в другую сторону. А вот здесь что у нас в самом конце? Тоже ничего. Мы с тобой пришли... Мы пришли оттуда. О, может быть, я могу его пристрелить? Нет, слушай, ну с пистолетами я себя чувствую здесь побезопаснее. Вот безопасно, щиток, да? Щиток с электричеством. Нет, он не включается. Давай, никак. Вот я зашел за коробки. Может, там на второй этаж нужно подняться? Здесь закрыто, здесь завалено деревяшками. Ну, хоть бы дали какую-нибудь подсказку, что мы должны найти. Мы отсюда пришли. Я бы не хотел это трогать сейчас. А вот это да, можно это не нажимается. Я не до конца понимаю, что мы должны найти. Машины не заводятся, дерево покрыто кровью. Construction pause. Я взял какую-то бумажку. А, это, возможно, ключ-карта к этому генератору. Не-не, это вообще какой-то плакат, чертов. О, я сейчас тоже подобрал. Judy Ends. The Judy Estate has finally... А, вот, книги. Книги в основном посвящены робототехнике. Что-то я не понимаю. Здесь как будто бы проводились какие-то лабораторные испытания, судя по всему. Угу. Ну, это классика. Знаешь, всегда замешаны какие-то лабораторные испытания. Так, кстати, видел везде камеры? Да. Смотри! Молоток! Молоток, хаммер! Все, я подобрал его. Молоток! Взял? О, нет, только не говори, что нам придется ломать ту дверь. Какую? О, нет. Там, где этот монстр. Вот эту? Да. Она не ломается. Сто пудов что-то на втором этаже. Надо там, где, короче, что-то сломать. Может, нужно ударить по тому генератору? Во, да, типа, не трогать. Это просто гениально. Давай, ударяй по нему. Давай я ударю. Все, давай. Давай, а я по этому. Я бью, ничего не работает. И я ничего не работает. А на втором этаже есть выход? Нет, на втором этаже ничего нет. Может быть, мы что-то еще прошли? Подожди. Может, книжные полки? Что-то мы должны с тобой разрубать. А, я нашел. О, да. Давай, пошли. Давай. Ты чё? С пистолета выстрелил. Ты чё шмаляешь там? На счёт три. Я упал вниз. Я тоже. Вот это я понимаю полет. У меня теперь фонарика нет. У тебя есть фонарик? Нет, а ты убери молоток. А, нет фонарика. А, есть. Так, что мы должны здесь найти? Эскаватор. Это... Что это? Блин! Капец. Она сюда ползет. Избегайте атак Джуди. А если я спец... Она тебя схватила! Ух ты! Она меня развалила на кусочки. А где она? О, чувак, я наверху появился. Где? А если я по ней буду стрелять? Атакуйте сегменты Джуди. Так, ладно, я падаю вниз. Эхей. Пистолетом стреляй. Я стреляю, не помогает. Подожди, сегменты ног, это ее ноги все бегают? Нет. Сейчас она остановится. Опа. Не получается. А, нет, получается! Что? Ты где? Я ей что-то сломал! Я иду к тебе! Да, ломаем! Мы ей почти все ноги сломали! Она меня съела. Выход опять в аквариум теперь доступен! Она исчезла! Она не исчезла! Какой нафиг сюда аквариум? Сюда! Куда сюда? Иди сюда! Да я тебя не вижу! По кругу! А, все, давай. Здесь проход какой-то. Ну все. Или нет? Нет, это не проход. Она исчезла. Аквариум — это, походу, вот эта штуковина. Которая в центре стоит, что ли? Походу, это она. Она похожа на аквариум? Я вообще не знаю, какой аквариум. Может, с этой стороны есть проход? Да, с этой стороны. Иди сюда. Где? Давай сюда. Да. Видишь, какой-то выход есть. Да! Мы пошли! Это было очень потно. Ребята, мы проходили эту игру целый час. Слушайте, если главы вы хотите продолжение, обязательно поставьте лайк. Давайте мы с вами соберем 50 тысяч лайков, и тогда обязательно выйдет продолжение. Не забывайте подписываться на наши каналы. Ссылка на канал Робзи будет в описании под этим видео. Также можете нажать на красную кнопочку подписаться. И увидимся с вами в следующих видосах. Адьос! Всем пока, друзья!